Как встречают день рождения настоящие артисты? Конечно, на сцене. На сцене свой юбилей встретил и ансамбль народной песни «Бубенцы». Звонкие голоса, яркие костюмы и оригинальные танцевальные номера. Такими «Бубенцы» были 20 лет назад, такие они и сейчас. И хоть состав ансамбля успел смениться 5 раз, все эти годы им руководит Ольга Плетнева, которая с коллективом проводит большую часть своего времени. Начиналось все со школьного хора, со школы номер 2. Пришли к нам детки, прям целый класс, в 93-м году. И мы с ними стали петь в народном плане. Вот так и началось. Потом постепенно были другие составы, были другие детки. И вот уже дожили до 20-летия своего коллектива. Будет неправ тот, кто скажет, что народные песни не в почете у современной молодежи. Сегодня в коллективе около 40 исполнителей, возраст которых от 4 до 16 лет. Выучить песню всегда мало, говорит Полина Зотова, которая в ансамбле поет 8 лет. Важно понимать смысл и знать традиции русского народа. По мне, народные песни, в них есть глубокий смысл. Это песни, которые помогают нам строить нашу жизнь. Эстрадный вокал, это, по мне, это легкие песни, которые споешь на один день и не забудутся. А народные песни, мы поем их веками, и никто их не забывает, и народ их любит. Каждый номер ансамбля «Бубенцы» – это мини-спектакль, в постановке которого принимают участие хореографы, костюмеры, режиссеры. Все, кто причастен к юбилею ансамбля народной песни, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Ленинско-Кузнецкого городского округа. Сегодня самому маленькому вокалисту ансамбля «Бубенцы» всего 4 года. А это значит, что впереди у коллектива новые победы и высокие достижения.